И всем привет, дорогие пупсики, с вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике, пупсы, мы будем с вами трейдить нового неон-питомца, как его зовут, я даже не знаю, честно говоря, я что-то не подготовился, но это у нас, короче, баран, как я знаю. Баран вроде бы, где он? Это редкий у нас, а он ультрарарка, у меня тут вообще в инвентаре полный бардак. Да, это просто баранчик у нас простой, мы сейчас из него делаем с вами неонку, они уже выращены у нас. Так, стоп. Full grown. А кто у нас не full grown? Вот это у нас не full grown. Это мы с вами видеоролики затрейдили. Все. 4 баранчика. Alright, и flight potion у меня в рюкзачке моем лежат, так сказать. Да, вот они у нас. И пупсы. Перед началом просмотра данного видеоролика я настоятельно вас прошу и рекомендую подписаться на мой YouTube каналчик, так как здесь очень много всего интересного и эксклюзивного. Также не забудьте влепить лайкусик данному видеоролику. И опять же, еще раз повторюсь, не забудьте подписаться, включить уведомления и написать комментарий, какой трейд больше всего вам понравился из данного видеоролика, пупсы. Ну а мы начинаем, погнали! Итак, пупсы, я зашел на английский сервак, мы давайте сразу с вами будем ставить, не будем медлить. Я надеюсь, лайкусик вы уже свой прожали, кто не подписан, подписался, кто там не включил уведомления, включил, кто не написал комментарий, написал. Все, мы крафтим, вообще максимально не медлим, чтобы не затягивать видеоролик. Ну, в принципе, мне кажется, будет нормально. Так, стоп, где он? Давайте отойдем. Пупс, ты где? У нас вон застрял. Ты чё, пупс, иди сюда. Куда ты там? Куда он полез? Ну, короче, ну, в принципе, нор. Светится нормально, окрас, ну, ничего удивительного, да? Как бы уже после столько питомцев, стольких питомцев, которые добавляют, там у всех окрас практически одинаковый. То есть, ничего прикольного нету. Но завтра будет видеоролик в 16:00, пупсы. И в нем я буду трейдить айс-волка. Ледяного волка, и вот это уже как раз-таки то, что нам нужно. Это уже намного лучше, у него сделали очень хорошую анимацию в неоне. Ну, не анимацию, а как это? Расцветку. В меге это вообще просто шикарно. Мега айса волка мы точно с вами будем крафтить. Ну все, у нас уже есть неон барашек, и мы начинаем с вами трейдиться. Так, давайте сразу чекнем, есть ли у нас тут конкуренция. Так, что-то у меня тут чувачок этот. Вот так нормально. Если у нас тут конкуренция, мне кажется, что нету. Я буду надеяться, что нам за него дадут и что за него можно получить. Честно говоря, я не очень знаю. Не очень знаю, но знаю одно, что стоит в рублях сейчас он, ну, плюс-минус, наверное, рублей 600, может быть, 700. Но особого интереса прям вообще никто не, как бы, ну, прям не интересуется, короче. Кстати, ребят, сейчас у нас 2x в адопте, 2x баксики, 2x задания. То есть одно задание считается вот. За 2, бакс 2 или что-то тут написано. Не знаю, где это, короче, показывается. Ну, короче, растятся сейчас питомцы достаточно быстро, пупсы. Но что-то вообще, я не знаю, зачем я вообще грузюсь тогда на английский сервак, если нам максимально ничего не хотят давать и вообще кидать трейды. ХЗшечки хз. Ну, фросту кидать, наверное, это бред. Ну да, это бред, наверное. Но вот неон туркли можно попробовать, почему бы и нет. Шикарно. Шикарненько. Просто запись послала меня куда подальше. Ну, спасибо. Ну, спасибочки. Так, пупсы, нам прилетел трейд. Я так понимаю, первый, да? NFR Uni я там не заснял трейды. И это все у меня, походу, запись просто оборвалась. Не знаю почему, нам дают NFRB. Это фигня, я тут много чего рассказывал и говорил то, что нафиг я вообще гружусь в последнее время на эти англичанские сервера, здесь слишком зажратые англичане реально сидят. Ну прям, ну, максимально такие зажратенькие, да, и мы с вами пойдем на простой сервак. Итак, пупсики, на простой сервак я загрузюсь, и тут у нас есть NFR Polombeer, мой дремпед. Есть мега юни, ну мне кажется, это бред, да, ей кидать трейд. Фиг знает, вот с одной стороны ты смотришь и думаешь... Ну, как бы, это мега и легендарный, которого нельзя получить, да? А у нас всего лишь неонка и ультрарарка, но по итогу-то продать я сейчас могу эту ультрарарку, наверное, даже подороже, чем... Блин, подожди, пожалуйста, моя дорогая, не могу найти. Ну, стой, только не отклоняй сразу. Подожди, где он, пупс, его?
Не успели. Не успели, но нам кинули сами трейд. Нет. No. Где у нас этот мега юни бегает? Это не онка, да, Arctic Fox? Да, это не онка у нас. Так вот, я могу продать его дороже, чем мега юникорн стоит. Как-то странно, не знаю, как я вообще... Устроена ценовая политика Adopt Me. Чисто хз-шечки хз. На FR Туркле? Ну, ацептим. Она долитнет. Как бы, ну, тут очевидно. Хотя она что-то даже... Нет. Что-то я размечтался. Ну, давайте попробуем мега этим. Блин, не дай бог она сейчас примет. Она и приняла, да, походу? Да. Да-да-да, ты нам не интересна, моя дорогая. Вот мега Феникса бы получить я бы хотел. Я бы хотел, кстати, пуп, сегодня смотрел инвентарь свой. И у меня валяется Safari Egg, оказывается. Вот оно. Я вообще не знал о нем. Не помню, откуда оно у меня вообще осталось. Может быть, с рейдов. Фиг знает. ХЗ. ХЗ, но я бы хотел заснять видеоролик, что можно получить за все яйца в адопте. Ну, именно олдовские, да? Опять он мне кидает с райд-тирексом со своим. Куда мне твой райд-тирекс? Дорогой мой. Ты, конечно, меня прости, но на райд-тирекс тут я тебе вообще ничего не предложу. Давайте попробуем королю манки, королю обезьян кинуть. Фиг знает тоже, чем это увенчается. Но все-таки попробовать-то стоит. Надо, во-первых, от чего-то отталкиваться. Ну, хотя мне предлагали NFR Uni на английском сервере. У меня это все не записалось. NFR Uni нам уже давали. Ну, блин, ну это рублей, наверное, сколько. Ну, это вообще ни о чем. Тут даже как бы думать не надо было, да? Потому что как бы, ну все равно жалко, нету сейчас таких неонок. Через пару дней, наверное, даже уже завтра их будет куча, конечно, потому что сейчас 2x работает на прокачку питомцев. Но все же как бы, мы ухватываем шансы, пока они у нас есть. Видеоролик я, кстати, записываю вечером, в субботу, выходит он в воскресенье. Может быть, в воскресенье уже, ну, то, что мы сегодня получим, я надеюсь, что мы что-то получим, да, в воскресенье могут уже вам не дать. За данного питомца. Так, долматинец у чей-то спит? Мне кажется, ее долматинец спит. У меня, блин, белка проснулась. Я надеюсь, она не будет сейчас кринжевать, бегать, прыгать. Кринж? Кринж. Кринжуем? Кринжуем, конечно, кринжуем. Как не кринжевать-то? А, у Сиек она мне предлагает. Это девчонка АФК, походу, стоит. Ну да, мы в петинг ей закинули трейд, фиг знает. Альбина Манки тоже что-то бегает. Что бегает, сама не знает, наверное. Просто гоняет по карте. Зачем? ЭЗ. Ацептим. Альбина Манки может быть, а? Все же может быть. Ну и кринж. Я так понимаю, сегодня видеоролик у нас... У меня будет конкретно гореть пукан. Честно. Потому что я фиг знает. Сколько, во-первых, видеоролик у нас будет идти, я тоже не знаю. Тоже вообще просто без понятия. Просто без понятия. Энфортурки мы кидали, кидали. Ну и чё, все, больше некому, наверное. Давайте простой туркли попробуем. Хоть чему-то, хотя... Ну нам тоже, знаете, порой прилетают трейды, но это фигня. Стоп. Стоп. Сколько видеоролик идет? Пупсы, ну что, видеоролик, я так понимаю, подходит к концу. Я надеюсь, это не байтерский трейд. Дальше я не хочу идти. Потому что, как говорится, жадность фраера сгубила. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, сейчас бы я его продал дороже, но все же нет. Ацептим. Мы ацептим. А она долетит, все понятно, короче. О, китайцы. Ой. Реально могут поделать. Понятно. Так, секунду, пупсы. Секундочку. Так. Я тут-то. Конечно, хорошо, она нас забайтила. Вот это нас чего забайтил. Ну, давайте мы его тоже забайтим. Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нам не дать ему NFR Альбина Манки, который стоит 1000 плюс, а его MFR Феникс стоит, ну, рублей, наверное, сколько? Ну, рублей 600, может быть. ХЗ. Он, походу, чухнул, что байт и не принимает. Либо я не знаю. Если он, конечно, не думает, что это не байт, и что я не доплачиваю, ну, то это будет кринж. Он просит АДД. Он просит АДД. Пупсы, ну и кринж. Ну мы, конечно, дадим, потому что это же байт трейд у нас. NFR Феникс. Это байт трейд, мы, конечно же, ему добавим. Ну это реально бред, потому что мега флайрайд. Неонка Феникса стоит рублей 200, может быть 170, то бишь. Мега стоит рублей 600-700.
А вот него на альбином манке это уже, извините меня, не хукры-мухры, за него дают как минимум ворона. За вот эту штуку вы не получите ворона. Давайте побайтим его. Ну соглашайся. Давай соглашайся. Соглашайся, мы подождем, мой дорогой. Вот надо всегда так поступать, вот с такими байтерами. Он занял мое время, я его время тоже занял. Я не понимаю, он реально что ли думает? Не, отцепнул. Ну давайте еще прям чуть-чуть подождем и отклоним. Ой, как мне нравится тоже байтить. Ну, ребят, вы сами прекрасно видели, я сделал это в ответ. То есть самому мне как бы не о чем, ну, незачем было его сидеть и байтить. Он нас забайтил, я, блин, реально поверил, уже начал смотреть, сколько у нас там запись идет, может быть, все, заканчиваем видеоролик, но увы и ах. Увы и ах. О, не он турк ли у нее? Я думаю, это ФР, но это не он оказалось. А, мы ей уже вроде кидали трейд, да? Да, вроде мы ей кидали, она отклонила. Или нет? Может, примешь? Может, пожалуйста? Ну, пожалуйста. Ну, все же может быть. Ну, ребят, что-то долго, но думает, скорее всего, я не знаю. Давай, давай, ну соглашайся, моя дорогая. Конечно, все равно, со стороны это выглядит максимально бредово. Я думаю, вы со мной согласитесь. Легендарка. НФР. Пожалуйста, я тебя умоляю, согласись. Пупсы, я буду просто в шоке, если она реально согласится. У нас ультрарарка. Но это легендарка олдовская, которую нельзя получить, ну, только с яйца. А эту можно за конфеты. Согласись, пожалуйста. Согласись, пожалуйста. Ну согласись, ну пожалуйста. Пупс, ну я не думаю, что она согласится. Хотя, нет, она по-любому сейчас согласится. Просто вот чекайте. Нужно просто верить. Она сейчас по-любому отцептит. И мы переходим к концу данного видеоролика. Так, ну. Ну же, ну же, ну же. Ну. Да. Да. Короче, пон, но трейд нам, кстати, прилетел. От кого, не знаю. Наверное, опять какой-нибудь Райт Тирекс меня преследует. А может быть, подписчик. Так, НФР, умный бык. Персиан Кэт, ну, короче, фигню добавляет? Не. I'm sorry, bro, но нет. Так, попробуем ежику закинуть трейдик. Тут у нас, кстати, стервачок поменялся немножечко, да? Есть даже неон фурия. Вот это прикольно. Вот это прикольненько и ежик. Вот им мы покидаем трейды. Если ни о чем, то идем на следующий сервак. Потому что тут нам уже кто хотел, трейдик кинул, кто не хотел, тот не кидал и не будет кидать. Ну что-то она отклоняет трейд, что? Что? Зачем она отклоняет трейд? Я не понимаю, ребят. Ребят, мне непонятно, зачем она отклоняет трейд, а она сама... Нет, это другая и нам кидает. Черепаха! Нет? Не черепаха? Нет, фэрлавый дракон. Фэрлавый дракон, зачем? Лучше бы черепаха. Ну, она отцепнула, кстати, отцепнула. Спасибо за трейдик, но нет. Нет, меня такое не интересует особо. Так, фэр ёж, он засунул. Это уже хоть что-то значит. Это, то есть, я ему не райт тирекса положил, да? То есть, как бы, блин, слишком рано, наверное, я отцепнул. Да, кстати, ну, слушайте, нам даже трейды как-то летят. Конечно, предлагают вообще ни о чем, ну, да. Как бы да, предлагает вообще ни о чем, но все же. Кстати, я не понимаю, почему это NFR Fury не принимал у меня трейд. Или кто у меня там не принимал трейд. Но сейчас она приняла трейд. Но NFR Fury, блин. Ну я думаю, если согласится, то я тоже соглашусь. А. Понятно. Я надеюсь, меня не слышно. У меня там мой дружок грызет эти. Ну у него клетка, короче, большущая. И он, короче, грызет деревяшки на клетке. Я надеюсь, это не слышно. Понятно, короче, это подписчики уже, пупсы, ладно, мы, короче, с вами погнали на следующий сервак. Итак, пупсики, так, переместились мы на следующий сервак, и у нас тут сразу Флайрайт, Арктик Олень. Мы незамедлительно закидываем ему трейды. Он находится в трейде. Нет, мы не отступим. Мы закидываем ему трейды. Чего у нее тут не он? Что-то в руках. А, это Буфало. Ну, Буфало нам не интересен. Буфало нам особо не интересен, а вот Арктик было бы вообще самое то. Ну, кстати, барашков я даже простых не вижу на серваках. Я уже молчу про неоновых, хз. Может быть, реально просто игроков... Он вышел? Или где? Чё, что? Ну, мы успели ему кинуть рейд, это самое главное, быстрей. Так, все, мы ему предложили, я просто не вижу его реально, он куда-то это... ТП-хнулся, может быть, куда ты делся? Куда-то... А, нет, вон он, или это другой уже? Не знаю, короче. Ну, какая разница? А, вот он к другому Арктику подошел, но мы закидываем тоже этому Арктику. Подождите, там был Delete. Он отклонил трейд или что это было?
Что-то не понял. А, так вот, я насчет питомцев говорил. Может быть... А, не, вон девчонка с барашком. Может быть, реально игрокам уже просто надоели вот эти все питомцы, куча новых питомцев, и их просто не покупают. Я, честно говоря, хз, но у меня такое мнение, ну, так и складывается. То, что ребятам просто реально надоели питомцы. Тут девчонка с Артиком. Моя дорогая. Куда вы побежали? Не с места. Не с места. Полиция, тормозите. Так, так вот, то, что реально просто достали новые питомцы, и, ну, никто не хочет их покупать. Зачем? Они все равно не будут цениться. Ну, пожалуйста, пожалуйста, согласись. Отцепни, пожалуйста, моя дорогая. Моя дорогая, если ты отцепнешь, ты будешь самой клевой на этой планете Земля. Серьезно. Мы отцепим? Мне кажется, она байтерша. Как это там ничего писал? Флексер. Я флексер, она тоже флексерша. Хотя, может, нет. Но если согласиться, я буду реально в шоке. И прям она сделает прям этот видеоролик прям максимально таким, ну, недолгим, да, который не будет у нас под 40 минут. И по итогу мы не затрейдимся, да, на какую-нибудь файрайт кошку. А реально будет good trade. Ну, давай соглашайся. Может быть, она пошла там чекать ценники кое-куда, да? Кое-куда. Ледь, медь, хис. Что такое? Тхинг. Я не понимаю, чё, чего? Чего Литминхинг? Давай соглашайся. Какой Литминхинг? Алло. Алло, какой Литминхинг? Давай-ка соглашайся, отцепьте. Давай, отцепьте. Все что ли, да? Слишком я уж губу раскатал, походу, да? ИДК. Что-то, короче. Всего доброго, всего тебе хорошего. Она флексерша, все. Хотя она что-то... Блин, я думал, она сначала побежала за нами. Ну, увы, ах, нет, это не так. Это не так. Ну, давайте королю манки кинем, я не знаю, пупсы. Мое настроение уже реально на дне. Но она рядом с нами стоит. Может быть, реально она все-таки хочет, но такая хотела получить побольше. Как вы думаете? Может быть, все же она нам сейчас сама будет закидывать трейды? Так, ну, король манки... Как мне известно, ценится более-менее. Мы, естественно, согласны, но он, естественно, не согласен, да? Верно говорю? Или неверно? Бай-бай. Бай-бай. АДД просит. АДД просит? Нет. Не, братишка, ты меня, конечно, прости, но, увы, ах, но нет. Никаких добавок я тебе не дам. Давайте мега юни попробуем, что ли? Я не знаю. Может быть, даже, кстати, видеоролик не выйдет, если мы не затрейдимся с вами. Но на новых питомцев я фиг знает, стоит ли вообще снимать трейды или нет. Вот то же самое, мне сегодня Аня, модератор Шакрафти, Тайса, Волка. Завтра я буду записывать видеоролик, чтобы он вышел в понедельник. А что мы получим за этого Айс Волка? Додо и Джинджер Кота. Шикарно? Вполне, вполне шикарно, да? То есть моя модераторша тратит несколько часов на прокачку. Я еще, ну, доплачиваю, так сказать. Ну, последние разы я ей всегда платил за прокачку. То есть, да, теряю тоже свою, как бы, ну, своих питомчиков там и так далее. И по итогу получаем мы какую-нибудь Додо и Джинджер Кот. Джинджер Кота. Ну, такое себе. Честно говоря, такое себе. Давайте попробуем NFR Кенгуру закинуть. Блин, нам там кто-то кинул трейд. Нам там кто-то кинул трейд. А мы его... пропустили. Да, и она еще такой у него. Ой, ну и кринж, ну и кринж. И сейчас, естественно, нам повторно... Нет, кинула трейд, слушайте. Кинула она трейдик-то нам. Лучше бы не кидала. Чисто пон. Пон. Ну давайте попробуем NFR Лава Дракону. Я уже не знаю. Пупсы, серьезно, я без понятия, что делать. Не выпускать видеоролик. Ну как такое возможно? Ну как я не порадую вас видеороликом? Расскажите мне, пожалуйста. Ну расскажите. Блин, давайте мы все-таки еще разок попробуем ей кинуть. Может она такая... Блин, ладно, ладно, я соглашусь. Это не она. Это NFR Love Dragon. Это NFR Love Dragon. Он как-то через не хочу засунул. Мне кажется, не согласится. Но мы отцепнем. Ну да. Давайте ей будем закидывать. Так, нам кинули трейд. Может быть, что-то норм? Или опять бутерброд, джинджер-код, все по стандарту?
Алло, алло. Сейчас такая просто отцепьте, и все. Привет, это ты? Это не я. Это не я. Блин, погремушка. А, это не он. А, это скам погремушка. Знаете, очень многие вот с этими погремушками ходят, скамят и говорят, что это олдовская погремушка, супер-мега-пупер-дупер. Конечно, угу. Тысячу раз. Эта погремушка продается в магазине. Так, ну тут написано в пейтинг, мы вроде ей закинули. Так, тут что у нас с НФР клубничным бетом? С НР клубничным бетом. Ну, может быть, мы с тобой затрейдимся, а, пупс. Ну, пожалуйста. Нет, нет. Нет, нет, и еще раз нет. Тут девочка с НФР кенгуру, я так понимаю, закидывает трейда Артику. Хз. Так, ну тут у нас девчонка с таким простым скинчиком, с таким личиком. Я надеюсь, то, что Fair Arctic Dare. Может быть, ты согласишься? Симпапулька, может быть, ты согласишься? Пожалуйста. Please, 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 please. Нет, нет. Нет, нет, еще раз нет. Увы, я. Давайте попробуем мега этой закинуть. Я не знаю. Сейчас мы, естественно, потопаем на следующий сервак, но будет ли от этого толк? ХЗ. Честно говоря, ХЗ. Аксолотль, у нее никнейм, но Аксолотля, я так понимаю, у нее нет. Кстати, мега Аксолотля ни разу не видел в игре. Ни разу не видел. Пупсы, пишите в комментариях, видели ли вы хоть раз мега Аксолотля. Вот честно, я видел неонку, у меня даже есть вроде неонка, да. Неонка Аксолотль есть. А меги нет, ни разу вообще не видел, а уж то, что в руках держал, естественно, нет. Тоже ни разу не держался, но мне кажется, он прям ценится. Раз их прям настолько мало. Так, ну чё? Неонков. Неонков. Алло, тхис. Она в трейде. Давай быстрее, моя дорогая. Моя дорогуша. Нет, чё-то она прям максимально не хотит. Что-то прям максимально не хотит. Я не знаю, что у нее там в 3D происходит. Что за торги? Давайте попробуем NFR Туркли. Я не знаю, ну хз, мне кажется, ничего она нам не даст. Никаких NFR Туркли. Если нам FR Туркли не дают, то про NFR я уже вообще молчу. Вообще молчу, хз. Хз очень портит экономику новыми питомцами. Очень сильно портит. Ну да, она отклонила. Как бы очевидно. Давайте попробуем NFR Albino Monkey. Мне кажется, будет бред, конечно. Максимальный причем бред, наверное. Но мы попробуем. Может быть, еще что-нибудь ей добавим. Вот так. Пожалуйста. 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 Я, конечно, буду в шоке, если согласится. Но мне кажется, нет. Мне кажется, ничего, она не согласится. А, он. Чисто пон. Чисто пон. То есть она за НФР красного дракона и... Так, ворн. И за НФР нового этого предлагает нам ничего. Ну, НФР додо. Который вообще ни о чем. Ну, на ворна нам 100 просто надо добавить. И я склоняюсь, что добавим мы Fair Fury. Fair Fury максимальная добавочка. Все, больше не дам. Больше не дам, можешь не просить. Ну да. Ну да, ну да, ну да. Конечно. Она опять в трейде. Она опять в трейде. Ну опять вот ее сидеть ждать, а потом она просто отклонит и все. А мы ее сидели ждали. Зачем? Тоже не знаю, так что мы идем на... Давайте последний раз этой девчонке закинем трейд с Артиком. Блин, она тоже в трейде, а? Надо последний разочек, думаю, закинуть это и с Артиком. Она вроде ацептила, но мне кажется, она просто нас... Чуточку забайтила и все. Чуточку забайтила, и на этом мы закончили историю. Она отклоняет. Она отклоняет, вы прикиньте. Вы представляете? Так, ура, НФР корова. Дождались. Дождались, спустя несколько лет. Она даже ее, походу, в трейд не засунет, как я понимаю, да? У нее НР. Ну ладно, уж так уж и быть. Без файзельки мы тоже у тебя ее возьмем. Мы отцептим, а она у нас... Отклоняет, да? Может быть, ты тоже... Ладно, все, короче, пупсы, гоним на следующий сервак. Итак, пупсы, зашел я на следующий сервак. Я уже устал, честно говоря. Тут стоит девчонка с Flyright Arctic, он у нее лежит.
она уже цвета зомби, она, наверное, там при смерти. И Артик ее тоже самое. Так, Райт Сахарный Планер, Аксолотль, Кобра. Ну, короче, фигня, ну фигня, ну чел, ну фигня. Ну фигня. Ну фигня. Ну можно нормальный трейд, ну пожалуйста. НФР Туркли. НФР Туркли, ну давайте попробуем с НФР Туркли что-нибудь пофантазировать. Я, конечно, не эксперт. Ну что нам предлагали с вами? НФР Юни — это максимум, что нам предложили за данный видеоролик. Это реально максимум. Ну только не говори, что... Ну да, конечно. Как я хочу сказать очень плохое слово. Честно говорю. Но не буду. Мы отцептим. Мы отцептим. Мы отцептим. Мы, естественно, отцептим, если она отцептит. Сейчас я посмотрю, сколько стоит он у нас, мои дорогие. Потому что... Потому. Конечно, я хз, мне кажется, он нормально должен стоить. Лаванда он, да? Как он называется? Быстрее. Она, ну, она еще пока не отцепнула, да? У нас есть время. Так. Лавандовый. Блин, а? Лавандовый. Лавандер. Быстрее. Где у нас неонка? Ну да, НФР стоит норм. Я отцепчу. Невелика потеря будет. Но мы хотя бы закончим уже данный видеоролик. Но если это опять какая-то флексерша. Если это реально. Опять. Какая-то флексерша. Мне, конечно, простите. Моя ты зайчка, моя ты сладкая. Наконец-то, наконец-то. Пупса. То есть, смотрите, давайте мы подытожим. Просто включаем математику. Просто 99-й левел. Просто весь наш скилл математический мы подключаем. И идем с вами вот в этот замок. Сейчас я вам объясню, зачем мы туда идем. Чтобы просто посчитать с вами выгоду. Ну, просто я вот вам просто покажу. Конечно, это тяжело. Как вы видите, весь видеоролик у меня немножечко подгорал, еще что-то. Но все же. Баран у нас с вами стоит 50 тысяч пряников. То бишь, 4 барана — это 200 тысяч пряников. За один прокат на этих, как их, на коньках, вы можете получить около, наверное, 5 тысяч, что ли. Блин, кстати, пошлите назад, сходим в домик, я там заберу-ка эти... Там печеньки вроде или что. Я не собираю тут новогодние инвенты, эти подарки все. Я не знаю, я вообще забыл про них. Как только он начался, я даже первый вроде подарок не получил. А, нет. Я только первый получил и 16-й. Так, а что у нас сейчас можно получить? Я что-то не понял. А, 24-й. О, завтра, ребят. То бишь уже сегодня надо зайти и получить этого оленя, пупса. Блин, как я вовремя подглядел. А как сюда? Что, не получается? Ну мы тогда слазим, что нам тут дадут? Как открыть? А как открыть-то? Пупс, а я что-то не понял. В смысле, а типа если я пропустил, то я не могу ничего сделать? Алло? Алло? Что? А как я тогда получил вон там? Какой-то подарок? Я что-то не понимаю, пупсы. Я дурак или машина не едет? Что происходит? Что вообще происходит? Так, ну-ка давайте спустимся. Может, я что-то пропустил? Ну, если они заколочены, то, скорее всего, уже их нельзя получить. Ну да. В смысле, и что нам делать? И как быть? Кринж? Согласен, кринж. Так вот, короче. 200 тысяч всего конфет. Вы тратите? Ну, флай и райд зельку. Блин, я фиг знает, откуда вы возьмете. Но я думаю, без флай и райд зельки можно что-то дополучить. Мы с вами получили питомца, который стоит около 450 рублей. Мы получили с вами за 200 тысяч конфет и за потраченных, наверное, часов 5, если вы один, конечно, растите его. Если с командой, то часа, наверное, 2-3, потому что сейчас у нас на данный момент 2x. Не упускайте свой шанс, пупсы, крафтите меги, потому что это реально выгодно. О, а теперь мы можем открыть. Да. Конечно, вот ради вот этой штуки особо не хотелось бы, да, стоять, но олень прикольный. Олень прикольный в меге, кстати. Смотрите, пупсы. Мне уже кто-то спойлернул, как он выглядит. Ну, типа то, что он очень крутой в меге. Это у нас легендарка ведь? Я не могу посмотреть. Нет, это у нас... Что это у нас?
Ультрарарка это у нас. Что-то у нас прям вся новогодняя коллекшн это ультрарарки. Где? Так, вот. В Меге он выглядит круто. Выглядит реально круто. У него горят вот эти всякие штучки его. Короче, прикольно. Ладно, пупсы, давайте переходить к концу данного видеоролика. Ну что ж, мои дорогие пупсики, вот такой видеоролик у нас с вами удался, получился, так сказать, да? Я надеюсь, он вам понравился, вы влепили свой драгоценный лайкусик, подписались на мой YouTube-каналчик, включили уведомления и также оставили комментарии, какой трейд, хотя... Какой трейд вам больше всего понравился? Их было всего два. Это NFR Uni, которого я не записал, и последний NFR Лавовый Дракон. Ой, Лавандовый Дракон. Ладно, пупс, что-нибудь напишите в комментариях, пожалуйста, чтобы просто чуть-чуть активность поднялась. И лайк не забудьте, это обязательно. Ну а на этом я с вами прощаюсь, пупсы. С вами был я, Артём Фролов. Пока-пока.